Что ж, друзья, утром была замечательная погодка, выпал снег, но сейчас его уже опять нету. Он там где-то чуть-чуть лежит, и все, его нету. Ну, я приехал на работу, сейчас буду все показывать, что сделал, и буду еще что-то делать. Постараюсь вам показать, что сегодня будет. Итак, немного поработал здесь, как я называю, в офисе. Поделал работу, как всегда, еще что-то досчитал. Это все мои расчеты. Здесь прям уйма всего, куча всего. Там формулы, маткады. Ай, господи, все записываю. Там еще пришли мне правки по статье, я статью отсылал. И взял образцы домой. Буду их там нужно сидеть. Сначала отшлифовать, потом отполировать. И потом понесем на специальный твердомер. Он очень чувствительный, поэтому образцы должны быть все прочищены, очищены от всего. Потому что там я проводил еще в прошлом году процессы закалки, отпуска. И там окалина осталась на образцах, ее нужно почистить. Ну, в принципе, сейчас заканчиваю все свои расчеты, просчеты и собираюсь, нужно заехать в Акрополис, забрать еще одну посылочку. И нужно зайти в Эрмитажес, нужно прикупить кое-чего, будем мастерить для дома всякой. Так, мне примерно вот такая доска нужна, но моих размеров нету, как всегда. Поэтому я еще посмотрю, поеду домой, посчитаю и буду брать потом. После того, как посчитаю. Ну и такую коробочку взял, она мне нужна. Ну ладно, пока на этом все, к сожалению. Нету именно того размера, что мне нужен. Итак, посылочку забрал, зашел еще в Максимум, хотел там, господи, жидкость для омывания стекла купить, но опять скидок нет, думаю, да, скидок нет, что тратится, подожду еще недельку, там тем более на стабильные товары очень часто скидки, поэтому, так, в Эрмитажесе тоже не купил деревяшку, ладно, приеду, буду строить, как бы рассчитывать, сколько мне его нужно, чтобы еще деньги покупать. И потом буду покупать. Вот так. Вот, кстати, хочу показать один из заказов, который пришел, потому что он мне нужен. Это ремонтный набор для очков различных. Вот такой вот он в интернете. Он мне стоил 2,30 вместе с доставкой. Сейчас немного дороже получается. То есть здесь есть все для того, чтобы починить любые очки. Куча болтиков, куча гаечек, куча всяких перегородочек для носа и так далее. Все можно починить. Даже вот такие наборы есть. То есть я сейчас буду заниматься ремонтом своих очков. Решил купить именно такую штуку, потому что ну, она всего лишь стоит 2,30 и можно починить ну, много очков, чем сейчас пойти заплатить каких-то там 5 евро. И еще одно, вот эта коробочка, которую покупал, вот уже все здесь пораскидал, и вот эта, которая у меня была, но это не моя, она такая поменьше, так что буду вот этой пользоваться, попробую, если понравится, то оставлю, если нет, то поеду куплю такую маленькую. На это все дело времени. Это, кстати, прикольно. Такая отверточка можно с собой носить вместо брелка. Ну и сейчас починим. Здесь у меня вообще одна потерялась. И здесь одна уже вообще сломана. Так что сейчас будем все менять. Ну вот и все. 2 минуты и очки готовы. Не знаю, как там камера передает. Ну все, теперь. И с этим набором можно починить еще множество очков. И все за 2,30. Вкусненько. Так, ну сейчас мы будем пробовать наши вафли. Вафли заказывали вот там, прямо.
Так, сходили мы, покушали, можно сказать так, чуть-чуть отпраздновали окончание сессии у жены и у меня, можно сказать, тоже. Сейчас будем ехать уже домой. Ну, так, в принципе, неделя и прошла. За работой. Работали, сдавали. Работали, сдавали мы все. Это побольше включу. Работали, сдавали. Что еще надо сказать? Ходил еще к зубному на этой неделе. Решился, хоть я их и очень сильно боюсь, но решился сходить к зубному. Заплатил за пломбу. Так, тихо. За пломбу заплатил 35 евро. И потом еще сделал чистку зубов, заплатил 60 евро. Так, посмотрел по карте, там по отзывам, самые интересные, ну, самые оптимальные, хорошие нашел по цене, качеству, прайсы тоже потом на сайте посмотрел и сходил. Ну, пока все хорошо, все радует. Ну, как бы о качестве будем говорить позже, когда пройдет там хотя бы месяц и пломба простоит. Как-то так прошла наша неделя. Спасибо вам всем за просмотр. Оставайтесь с нами. Пишите комментарии, потому что мы их читаем, и, конечно же, мы на них стараемся отвечать на все. И оставайтесь с нами. До скорых встреч. Пока.